Дабстепа и его концепция. Посвящается Инессе.
вечера и добро пожаловать в концепцию. В ближайшие два часа лучшие танцевальные синглы из европейских и американских чартов. ЦЭП вместе с вами. Добро пожаловать к нам на сайт www.dynamitfm.ru, где со вчерашнего дня можно слушать Dynamit FM онлайн. И также можете зайти в чат, я там нахожусь, с удовольствием с вами пообщаюсь. Желательно, чтобы это были вопросы по музыке. В начале этого часа на Dynamit FM Моби Sunday, The Day Before My Birthday. Это ремикс Бориса Длугуша и Митча Ланджа. Между прочим, в тот момент, ну не то, что в тот момент, а вчера, буду говорить так, в Москве состоялся третий международный фестиваль «Бомба года». Поэтому сейчас будем слушать Рому Жукова. Шутка. Нет, а в Америке состоялся фестиваль вручения премий под названием Dance Star Awards. На котором, кстати, Моби получил премию как лучший артист. А следующая композиция получила больше всех премий. Целых три. Во-первых, это пластинка, танцевальная пластинка года, лучший видеоклип и лучшее использование музыки в рекламе. Это Dirty Vegas, Days Go By. Мы слушаем ремикс от проекта Scumfork.
танцевальные синглы в концепции на Dynamit FM. And we're waiting for anybody. Follow your nose and down the road. I got you on my mind. И On My Mind. Возвращаясь к вчерашней церемонии вручения призов Dance Star Awards, которая состоялась в Соединенных Штатах Америки, премию за лучший ремикс получил дуэт Fisher Spooner. Ремикс на песню Кайли Минок «Come Into My World».
Это концепция на Dynamite FM, только что новый сингл от Mojack Stars на лейбле Credence вышла. Это пластинка, далее старые танцы из 80-х, это Джонни.
танцевальные синглы из европейских и американских чартов. Концепция на Dynamit FM. Вместе с вами это Room 5 и Оливер Читом Make Love. Окончательная версия именно в такой 24 марта он появится в продаже. До этого Soul Searcher и Donna Elling Feeling Love. Еще одна очень популярная песня. Вы наверняка могли ее слышать в рекламе автомобиля. Это Bold & Spike и Huzan. Missy Elliott, yes. She lost a lot of weight. I heard she eat one cracker a day. Whoa. Girl, well, I heard the bitch was married to Tim and started fucking with Trina. Well, I heard the bitch got hit by 3 zebras and a monkey. I can't stand the bitch nowhere. When I woke up in the peace, I ain't got any speed. I'm a bad mama, jumma, goddamn it, motherfucker, you ain't gotta like me. I ain't studying these hoes. Need to talk what you know. Elliot, let go. Hey, you know about the gummies. Oh, that GBO, you don't. And
where they live life fast and they scared of dogs. There was a little nigga by the name of Crip. Nobody paid him any mind, no one gave a shit. No one eager rap, no one lift a hand. So he went about it, business and devised a plan. Made a CD, then he hit the block. 50,000 sold, $7 a pop. Old as four, 3 years later. Left down the swamp with 10.5 meters. Now all around the world on the microphone. He leave the booth smelling like Burberry cologne. Still riding chrome. Got business in the kitchen, never home alone. And he's on the grind. Please let me know if he's on your mind. And respect you'll give me. I'm ludicrous. I look loud like Timber. Had to clear these rumors. I got a headache and it's not a tumor. Get up on my lap, keep my head tucked tight. Great, so I never let the bed bug bite. I'm hard to the core, core to the rotten. Jump down, turn around, pick a belly cat. Одна из любимых песен в последнее время. Новый сингл от Missy Elliott «Gossip Folks». Это ремикс «Мусти» только что. Старые танцы на очереди. Это 90-е, самое начало. Певица тоже с хорошим именем Сиси Пенис. Тон «Finally». Shows me true love, or at least it's